Осознанные родители на межрегиональный форум пришли вместе с детьми. Эта тема интересна разным поколениям, так утверждает Илнур Манафов. Молодой человек, несмотря на юный возраст, активно участвует в общественной жизни города. Пробовал себя в конкурсе «День дублера», узнал, как работает глава муниципалитета. В этот раз вместе с мамой решили посетить встречу. Я хотел бы здесь увидеть больше, как я сказал, как взаимодействовать, как общаться с родителями. Конечно, я с мамой могу найти общий язык. У нас с мамой вообще очень хорошие дружеские отношения. Но тут больше я хотел бы услышать и другие версии, как взаимодействовать. И узнать для себя что-нибудь новое. Организатор форума Галина Туранина. Уральский учитель-волонтер. Взаимодействуя со взрослыми, поняла, что тема воспитания очень актуальна сегодня. Поэтому и объединила участников решением такого вопроса. Он актуален в рамках года семьи. И поступает очень много запросов от родителей по воспитанию своих деток, по саморазвитию, как себя вести, как воспитывать девочек, как воспитывать мальчиков. Пригласила тех, кто сегодня работает с детьми, в том числе с особенными, чтобы обменяться опытом, поделиться наработками в этом направлении. Что касается осознанного родительства, это ответственное отношение и понимание, зачем дети в семье, зачем мы их растим и как их нужно правильно воспитывать, для того, чтобы они были счастливыми, успешными в этом мире. Для нас эта тема актуальная, потому что мы работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья, семьи у нас тоже разные, категории семей разные, и они заслуживают особого внимания. Для нас эта тема актуальна. Форум «Осознанные родители» состоялся благодаря гранту главы Урая. И это уже третий проект, который поддержан местными властями. В каждом из них семейная тема. Я выражаю огромную благодарность Тимуру Раисовичу за предоставленный грант. Надеюсь, что мы на следующий год тоже получим. У нас большие задумки. Мы хотим создать кризисный центр, чтобы помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы надеемся на эту поддержку. И она очень важна. Вот мы благодарим за предоставленные возможности провести. Мы провели три форума, и они все были первыми даже в округе. Елена Шамшаева, Станислав Высоцкий. События.